Рома, що случилось, Рома? Он граница, блядь, пару метров. У нас кончился газ. И, блин, и не включается бензин. Первый раз так. А ну давай заводь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуєш, Ром? А як ми будемо празднувати победу на драйві, якщо ми додому не доїдемо? Чуєш, Ром? Мені кажеться, в даний момент головне, щоб вона не побідила, а щоб вона просто завелась і ми поїхали. Блін, я не знаю, як зробити, щоб вона просто завелась. А ну давай. Попробую я все-таки эту хрень поставить вот сюда, вот так. О, давай. Поставить. І що воно робить? Ніхера, поки воно не робить. А воно має щось робити? Да, вроде би. А ти колись щось робив в цій хріні? Нет. Все, зараз ти заведеш точно. Може бути. Ні, ти должен. О! Тут щось пікає. А, це ця штука, да? Сигнализация. Ты прикинь, зараз её вообще заблокирую. Бля, оно пикает. Слушай, я пока не догоняю, что она вообще делает. Там на газу или на бензине? Сейчас на бензине. А ну давай на газ попробуй, уже хватит. Хватит, чтобы напукнуло. Так, ладно. Пробуем. Давай. Вот так вот. Эстония. Там уже Латвия. Ну все, Рома, кажи всем пока. Следующее видео уже в ночи будем снимать. Все, говорю всем пока. Не знаю, что мы здесь будем делать. Веревки у меня нет, чтобы ее буксировать. Будем пахать, я буду толкать до границы. Все. Будем ее...